Участников Олимпиады IOI знакомят не только с городом Казань, но и с историей татарского народа. Здесь, на площади деревни Универсиады, для олимпиадников организовали настоящий татарский традиционный праздник Сабантуй. На празднике гости смогли поучаствовать во многих исконно татарских играх. Среди них прыжки на перегонки в мешках, бег с яйцом, разбивание горшка и многие другие. Одной из самых популярных игр на фестивале стала борьба с мешками, сидя на бревне. Наша съемочная группа не удержалась и тоже решила попробовать. Для участников и гостей Олимпиады IOI также организовали красочный концерт с татарскими народными танцами и песнями. Несмотря на то, что культура татар незнакома и необычна для иностранцев, ребята остались в восторге. Это удивительное место. Я весело провожу здесь время. Благодарна организаторам за это мероприятие. Я еще не успел поучаствовать в играх Сабантуя, но из того, что я увидел, мне все нравится. Сабантуй очень яркий и веселый праздник. Помимо игр и концерта, олимпиадники могли сами попробовать станцевать татарский танец. На фестивале это назвали обрядом посвящения в татары. Сабантуй стал отличным способом отвлечься от соревновательной рутины. Завтра их ждет второй решающий тур. Адиля Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.